Как-то раз один поручик, почитатель дамских ножек, показал неосторожно даме сердца свой вокал. И тотчас с ней беда случилась, ее сознание отключилось, а тело долго потом лечилось. Она жива, но сон пропал. Но тем не менее, неколебимо наше мнение. Сина на роге тяга к пению, ей вовек не умереть. Но тем паче, ну а тем более, при дамах и в разгар застолья, когда и выпито, и снова нолито, тут легче сдохнуть, чем не спеть. Как-то раз один хорунжий, без жены, но при оружии, посещая званый ужин, затянул любимый хит. И голося с какой-то гостью, он подавился рыбной костью, ее откашливал со злостью, вдова уж год о нем скорбит. Как-то раз один полковник, муж прекрасный и любовник, разменявший сороковник, вдруг влюбился в даму Эл, пока он пел ей серенады. Его денщик ефрейтор Гадов к ней подобрался не с фасада, и наш полковник не удел. Но тем не менее, неколебимо наше мнение. Сильна в народе тяга к пению, и вовек не умереть. Ну а тем паче, ну а тем более, при дамах и в разгар застолья, когда и выпито, и снова нолито, тут легче сдохнуть, чем не спеть. Что ни говори о пенье от народа населения, требует порой терпения, но в конце концов бодрит, ведь это ж целая наука. Причем согласно верным слухам, наличие голоса и слуха лишь только портит колорит. Но тем не менее, неколебимо наше мнение. Сильна в народе тяга к пению, и ни почем и снег, и зной. Но тем паче, ну а тем более, при дамах и в разгар застолья, когда и выпито, и снова нолито, тут распоется и не молит.